Вместе с заходом солнца прерывается пост-Рамадан, и все члены большой семьи собираются, чтобы помолиться и вместе почтить память погибших родственников. На борту самолета MH17 находился Тамбид Джи, его жена Ариза, четверо их детей, дочь Марша и сыновья Авив, Авзал и Афрус. Она моя единственная сестра, второй ребенок в семье, поэтому мы очень близки. Нам будет очень ее не хватать. Семья возвращалась в Малайзию после трехлетнего пребывания в Казахстане, где отец семейства работал на нефтяную компанию. В этом году у Тамби и Аризы был повод для праздника. Вскоре должно было исполниться 20 лет со дня их свадьбы. Но катастрофа, произошедшая в Украине, забрала у матери Аризы ее дочь и четырех внуков. Женщина говорит, что ее дочь была очень дружелюбной и счастливой. Мы хотим, чтобы власти нашли тела наших родственников как можно быстрее. Именно этого мы хотим сейчас больше всего. Мы хотим увидеть их всех. Но из-за кризиса в Украине осуществить желание этой семьи быстро невозможно. Катастрофа затронула многие семьи по всему миру, которые сейчас хотят лишь одного, чтобы им вернули тела родных.